Добрый день! Вы смотрите канал Калита Алекс. Сегодня представляем вашему вниманию навесную картофелекопалку на трактор Т25, которую вы можете у нас приобрести. Новый механический картофелевыкапыватель Бомет от надежного польского производителя. Скорость вращения 540 оборотов за минуту, глубина выкапывания до 200 мм. От 625 до 750 мм ширина между вскапываемыми грядками. Вес этого агрегата 220 кг. Работает он от вала отбора мощности трактора. Вибрационная копалка предназначена для выкапывания картофеля, свеклы, морковки и других клубненосных растений. Рекомендуется использовать на небольших плантациях, на легких среднеуплотненных почвах, на слабо закамененных и засоренных полях. Простая и нехитрая конструкция, легкость в эксплуатации и обслуживании являются одними из многих преимуществ этой копалки. За небольшую оплату вы получите возможность выкопать ваш урожай намного быстрее и эффективнее, что поможет сэкономить вам ваше рабочее время. Звоните и заказывайте картофелекопалку Бомет. Надежный агрегат, рабочая гарантия от нас и прямая обратная связь 24/7. Вы смотрели канал производителя сельхоззапчастей Калита Алекс. Ждем вас в нашей группе Вайбере, которая ежедневно обновляется. Спасибо за внимание, до новых встреч!